Всем привет! И хочу с вами поделиться одним, ну, не совсем новым инструментом, хотя он появился не так давно. Мы с вами часто используем такую технику, когда есть две половинки, их раззеркаливаем и сливаем. Я всегда показываю, что окно, обработка контуров, и через обработку контуров мы это можем сделать. Есть в панели инструментов инструмент. Он называется «Создание фигур». Он может быть спрятан за одним из этих инструментов «Быстрая заливка» или «Выделение быстрых заливок». И в создании фигур все очень просто. У вас есть объекты, вы выбираете тот объект, который вам нужен. Давайте мы сделаем активным. Выбираем инструмент. И смотрите, видите, они подсвечиваются. Я между собой их сливаю, и мои 2, 3, 4, 5 контуров сливаются. Также такое показывают очень часто, например, когда мы с вами наделали всякие разные штуки, наложили друг на друга разные объекты. И вот данный инструмент позволяет, не используя инструмент обработку контуров, то есть разделить, а потом выбрать, сразу выбрать нужные нам элементы. Смотрите, видите, я просто нарисовала 4 круга, да, а он мне позволяет на пересечениях выбрать те моменты, которые мне нужны, и их слить. Очень удобно в работе, советую приноровиться к нему и использовать. Я долго использовала обработку контуров, сейчас вот буду его осваивать и активно использовать, рекомендую вам. В эскизах тоже он постоянно применяется, выбираете те объекты, с которыми хотите работать, выбираете инструмент, еще раз, он называется «Создание фигур», и сливаете. И еще раз демонстрирую, чтобы у вас было понимание, как он работает. Когда вы несколько фигур друг на друга наложили, выбрали все эти фигуры, то данный инструмент понимает, что у вас наложены фигуры, и позволяет вам слить нужные вам части. Крайне-крайне это удобно, ускоряет работу. Я бы не сказала, что он прям на 100% заменяет панель обработку контуров, но здорово ее дополняет, и в каких-то моментах действительно можно к ней не обращаться, а использовать только его, например, для слияния простого или когда какие-то детали. Используйте, я думаю, что вам он понравится. На этом все, пока-пока!